Здравствуйте! Продолжаем тему устройств проигрывания грампластинок с автоматической подачей. Сегодня мы рассмотрим чейнджер Philips AG1007D75. По информации из интернета, устройство производилось в 1957-59 годах подразделением Philips Radios Deutschland. Чейнджер имеет 4 скорости 16, 33, 45 и 78, что характерно для устройств того времени. Устройство оказалось в неплохом состоянии. Как обычно, потребовалась чистка смазка. Двигатель не вращался из-за засохшей смазки, как и в ранее описанной модели Philips. На удивление, ролик оказался в приличном состоянии. После чистки смазки устройство запустилось без проблем. Потребовалась небольшая коррекция начального положения установки тонарма. Крепление опоры рычага опускания пластинок было сломано. Пластмасса в зоне крепления рассыпалась. Я имплантировал в опору алюминиевую трубочку и надежно закрепил на шасси. Устройство оборудовано звукоснимателем GP235. Звукосниматель в рабочем состоянии, однако если вводить устройство в эксплуатацию, то лучше заменить звукосниматель. Для презентации вполне достаточно имеющегося в наличии. Прижим я выставил на 5 грамм. При меньшем прижиме не срабатывает кнопка отключения двигателя, на которую опускается тонарм. Звукосниматель стереофонический, хотя схема подключения монофоническая. Прерыватель звука одноканальный, и к выходу подключен только один канал звукоснимателя. Конечно, можно адаптировать устройство для стереофонического воспроизведения, но тогда мы лишимся прерывателя звука. Как вариант, можно сделать доработку и поставить дополнительные реле для прерывания звука в двух каналах. Для презентации я оставил устройство в штатном монофоническом режиме. Пульт управления проигрывателем состоит из трех кнопок. Кнопка принудительного выбора размера грампластинки 17, 25 и 30 см. Сбрасывается путем нажатия на кнопку «Стоп». Пуск производится кнопкой «Старт». Также эта кнопка прерывает воспроизведение текущей пластинки и запускает воспроизведение следующей. Если все пластинки проиграны, то тонарм просто возвращается в исходное положение и двигатель отключается. На мой взгляд, в настоящий момент устройство находится в хорошем состоянии. Если же вдруг потребуется установить его в какой-нибудь агрегат, то лучше заменить ролик. Демонстрацию работы устройства смотрите дальше. Спасибо! Thank you.
Thank you.